И вот ведь вопрос, что такое наши зубы? Наши зубы – это наши, это наш смысл существования. Без хороших зубов у вас ничего не получится в этой жизни. Конечно, это не бесконечность. Конечно, нам надо понимать, кому мы должны отдать свои зубы в работу. А если зубов-то и нету? Давайте не будем говорить о других вещах. Мы поговорим о событии, которому уже 32 года. Так вот, 32 года назад был организован центр АГАТ. Что мы можем и какие зубы мы можем поставить себе взамен наших или в случае, если, допустим, у зубов-то уже нет? Есть такое понятие – история отношений. Есть такое дело – работа и качество. Есть такая мысль – человек умеющий, а лучше – человеки. И где все это? Где работа не на год-два, а на десятилетия? И это стоматологический центр АГАТ. И что мы видим? Он постоянно меняется. А почему? А потому что и комбинат, и центр делают все правильно и грамотно, держа руку на пульсе, а чаще опережая, чтобы быть в состоянии лучшести. И здесь, и там это работа, включающая развитие и постоянные новинки. И вы знаете, мне нравится этот город тем, что я точно знаю качество. Если это АГАТ, то качество в руках лучших специалистов. Наша тема весьма интересная, да? Наша тема говорит о том, что мы же не стоим на месте, правильно? Нет, не стоим. Ни в коем случае. Вот вопрос. Мы куда-то ездим, что-то обрабатываем. Наши сведения какие? Последние? Да. То есть мы можем говорить, что у человека, если что-то навернулось на зубах, то есть не надо думать, что ситуация 30-летней давности. Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Нет, тут все же это самое. Вот правильно замечено, что ничего не стоит на месте. Как в свое время произошел вот этот рывок вперед, которому мы все очень удивились, мы познакомились с новыми направлениями, с новыми технологиями. Вот, мы тогда очень сильно все раскрыли глаза. Оказывается, в мире есть керамика, оказывается, в мире, кроме штампованных железных зубов, кроме того сверкающего золота, которым был полный рот, оказывается, есть зубы, которые похожи на наши настоящие зубы. Вот это называлось металлокерамика. Вот, это было очень красиво, правда, очень дорого, но вместе с тем это соответствовало тем мировым требованиям, которые были повсеместно. И мы начали этим заниматься, все начали заниматься. Всем это очень понравилось, это было все очень хорошо. Но действительно мы на месте не стояли, все на месте не стояли, был прогресс, все это развивалось. И постепенно мы пришли к выводу, что даже эта самая замечательная керамика, она постепенно уходит в сторону. Потому что появились новые направления, новые материалы, новые технологии, которые позволяли еще больше, добиться еще больше, большего результата, еще лучшего результата. Более косметичного, более функционального, более красивого. Вот. И поэтому на самом деле, для того, чтобы этими новыми направлениями как-то овладеть, приходится общаться и с коллегами из других городов, из других стран. Даже несмотря на то, что сейчас это стало гораздо сложнее, тем не менее, связи профессионалов сохраняются. Вот. Сохраняется обмен какими-то, скажем, данными, обмен знаниями. Вот. Сохраняются связи на уровне, скажем так, всемирной сети. Сохраняются связи на уровне общения личного. И поэтому, естественно, никто не стоит на месте, мы не стоим на месте. Все получается, все растет, все развивается, все дальше идет. Что же нам делать дальше? Давайте определимся, какие зубы мы можем себе поставить. Даже если все это дело развернулось на круги своя. Давайте определимся, что это уже не та история отношений, когда можно было только коронки ставить. Нет, импланты, они классические и замечательные. И давайте все-таки определимся, импланты, они работают, и какие мы можем их поставить? Нет, других вариантов нет и быть не может. Дело все в том, что если ты занимаешься этим сам, то есть такая хорошая поговорка, да, хочешь сделать хорошо, сделай сам. То же самое и здесь. Если ты хочешь, чтобы у тебя получалось так, как это декларируется, а декларируется всегда очень красиво, очень хорошо, да? Вот. Если ты хочешь, чтобы это соответствовало, ты должен делать это сам. Ты должен прочувствовать это. Ты должен понимать, о чем идет разговор, как это делается, какие возможны
осечки, какие возможные осложнения, какие возможны побочные эффекты. Прежде чем ты вот сам начинаешь все это делать, прежде чем ты добьешься этого результата, ты должен понять, с чем ты можешь столкнуться. Поэтому, конечно, ты должен делать это сам. Другой вариант. Мне говорят, что алмазные коронки – это было бы красиво и ровно. Но поверьте мне, сегодняшние импланты настолько хорошо сидят, что в принципе разницы нету. Ну, про алмазные коронки… Да, я про это и говорю, да. Да-да-да, про алмазные лучшие, коронки… Лучшие друзья девушек – это бриллианты, но кому они нужны, по сути, сегодня? Была такая замечательная детская книжка про старика Хаттабыча. Там у старика Хаттабыча был такой не очень хороший братик, такой со сварливым характером дедушка. И он в отместку старику Хаттабычу сделал себе бриллиантовые зубы. И сильно расстроился, когда выяснилось, что их почти не видно во рту. Мало того, что они дорогие, но они прозрачные, их не видно. Понятно, что это как бы шутка, понятно, что это сказка. Но на самом деле, на сегодняшний день, вот те материалы, которые используются при протезировании с применением имплантатов и на имплантатах, во-первых, цель их – это прочность, цель их – это биосовместимость, и цель их – это функциональность и эстетика. И так получилось, что меня опередило на 3 года. Это мой срок службы на телевидении. Срок службы в эфире на 9 лет. Одно слово – молодцы. Я уважаю опыт. Уважение основано на многих составляющих, в которых труд и знания. Отсюда человеки не уходят. И мы должны понять тему, чем дольше и умнее работы в топе, на уровне лучших, тем безупречнее результат. Особенно он важен в руках хирурга, а он и директор Агата. Так что даже не думайте, сделают все на высшем состоянии. И импланты будут стоять на века. Конечно, кто будет ставить? Будут ставить. А кто будет ставить? Будет ставить тот специалист, который имеет не просто шикарный опыт работы, он этим делом занимается. И когда вы поставите себе эти импланты, вы, по сути, забудьте о другом состоянии тела. Потому что то, что сегодня делается, это просто уникальный вариант.